fashion slut. Всем привет! С вами команда «Молодежка!» И мы пришли сюда, чтобы забрать славу у пупсиков. Мы пришли забрать нашу славу. Мы высопли зеленый просто. Ладно. А чего название дурацкое «Молодежка»? Вы больше Воронин назвались. Египетская сила. Я говорил, так надо было команду назвать. И кто вас вообще в КВН взял? Вы даже жизни не знаете. Вообще-то у меня даже усы есть. Какие усы? Блин, чувак, они настоящие? Извини. Ладно, давайте посмотрим, на что они способны. Все мы с вами сдавали единый государственный экзамен. Так представим, случай на ЕГЭ. Так. Понял. Так. А ну-ка, дай пишу. Опа, а что это? Вон пошел? Молодец. Ага. Ну-ка сюда. Ну-ка встань. Оп! А теперь, что же было на самом деле? Алло, да. Один. Понял. Ну-ка. Опа, он пошел. Убил. Б6. А? Опа. Ну-ка, встань-ка. Оп. Мимо. Гопниками не рождаются. Гопниками становятся. Так представим же, случай на металлурге. Чё? Пятенька! Чё здесь? Опять телефон с камерой позвонил. Мальчик, иди отсюда, не мешай. Ну, папа, иди ты, ну. Дяденька! Да чё ещё? Закуриться не будет? Закуриться будет, иди домой, а. Ну, блин, ну, как же так-то, ну. Дяденька, ну ты попал, короче, вообще. Сейчас мои бабушки придут и печень тебе отобьют. Всё, мальчик, я сейчас сам тебе печень отобью, понимаешь, да? Бабушка! Есть вот такой человек. Боже, как жить? Сессию не сдал, не закрыл. Меня же отчислят. Ну, боже. Пойду застрелюсь. Жизнь. Ребята, прикиньте, я сессию закрыл сам, представляете? И это тут еще. Да, вы не поняли, я отлично закрыл. Опять он... А самое главное, первый раз стипендию в ректорскую получу! Не, ну, конечно, шутки у ребят, ну, так себе. Мы получше шутим. Вот, ну, может быть, все-таки дадим еще один маленький шанс. Вот, прямо такой вот. Итак... Ограбление Почты России. Следующий! А ну, бабки разошлись! Ограбление! Да мне только спросить! Всем только спросить! Парень первый раз выпил. Да,
Здорово, Митяй! Здорово, Лёв! Знал заказ, слушай, ничего не будет, я опасаюсь, первый раз пью. Да все нормально, я 100 раз так делал. Гарантию даешь? Абсолютно. Смотри, у меня Митяй! Час ночи. Ну здравствуй, Лёшенька! Ну как, кто такой? Я пьяный, ты будешь знакомый. Чё там за мужик сидит? Лома, лучший друг! Да какой он лучший друг? Он тебе сигарет не дал. Давай вдарим ему! Вдарим! Нет! Куришь нахуй! А теперь вдарим! Нет, значит нет! Да, значит да! 3 часа ночи. На, ну давай, на. Ну ты всё нормально. Лёх, я договорился. 3:05. Лёш, ну Лёш! Лёх, вставай, не позвони! И 3:06. В 5 утра. Ну, Лёшка, давай, до встречи. Что-то скучно без него, что-то не то. Ай, была не была. С вами была команда «Молодёжка». И только лучшие из нас попадут в основной состав пупсиков. Но это будете не вы. А сам-то где?